Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Итак, долгожданная программа «Радиоблог» с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, очередной выпуск нашей передачи, нашего радиоблога. Прежде чем я представлю сегодняшнего моего собеседника, я напомню про ТВ-клуб «Континент». Эта неделя будет очень, я бы сказал, насыщенная. Есть встречи с людьми, которых вы всегда с удовольствием встречаете, слушаете. И я надеюсь, что уже сегодняшний разговор с той же Машей Рутенбург, которая побывала, как я знаю, на «Народной волне», это очередная встреча и очередные какие-то моменты, какая-то информация, что, может быть, вам не очень знакома и потому ценная. А сегодня мы поговорим с моим товарищем, с моим коллегой по нашему подкасту Михаилом Герштейном. Миша, добрый день. Добрый день. Вот. Как доброе утро. Да, добрый день. Ну, как я понял. Поговорим. Мы с тобой давно не общались на волне Чикагского радио, и поэтому я пропущу много событий, а перейдем сразу к тем, которые вот показались тебе наиболее значимыми и о которых ты хотел бы поведать. Ну, а мы уж это обсудим по ходу нашего разговора. Ну, одно событие, я думаю, что вы все-таки обсуждали, это то, что Байден решил восстановить трамповскую, с ноября трамповскую указ о том, ну, или договор с Мексикой о высылке туда этих иммигрантов. Это, в общем, осталось еще немножко трамповских восстановить, и все выхорошо. Вот. Стену начать строить опять. Все будет нормально. Вот. Но самое главное сейчас, что мы уже, в общем, сколько там у нас Байден незаконно у нас, ну, или законно, не знаю, сидит на престоле. Ты правильно сказал, незаконно. Вот, сидит на престоле уже, сколько там, 9 месяцев, спит на в своем былом доме 9 месяцев, и за это время он уже успел построить социализм. В чем это заключается? Это в том, что уже ожидается дефицит. Дефицит ожидается сейчас, если вы пойдете, например, на любой веб-сайт, который там продают, ну, в частности, Amazon, ну, любой другой, в магазины, вам сейчас уже продают Black Friday, потому что ожидается, что на Black Friday в магазинах ничего не будет. Сейчас, если вы что-то покупаете сегодня вот в Амазоне, они уже пишут, что вернуть можно до 31 января 2022 года, понимая, что это народ уже запасается подарками. Значит, проблема у нас в чем? Проблема в том, что как только государство, как известно, в чем отличие социализма от капитализма? Это в первую очередь плановая экономика. Вот. Потому что если вы делаете, если у вас все управляется государством, то, естественно, ничего не работает. Вот, потому что рыночные силы перестают действовать, и мы это видим прекрасно на том, что сейчас происходит то, что называется supply chain crisis, то есть не хватает мощностей, чтобы разгружать контейнеры, которые скопились в портах, чтобы доставлять, развозить их по стране и так далее. Во-первых, это причина в том, что эти байденовские эти подачки, которые продолжались бесконечно, привели к тому, что народ, ну, это фактически, ну, надо же, не надо себя обманывать, что там была помощь людям, которые там пострадали от ковида, это была попытка внедрить таким вот, как бы, официальным способом вот эту всем нашим, где обожаемая всеми нашими либералами, Universal Supplementary Income, вот, USA, то есть этот доход, который минимальный прожиточный доход, вот, или как там его называют, я уже не знаю, вот, примерно так. И в результате этого люди, которые сидели на вот этих вот пособиях и продолжают в некоторых штатах в либеральных сидеть на пособиях, они не хотят работать.
А это относится к людям, которые там 15 получают долларов в час или 20 долларов в час, например. И это как раз люди, которые занимаются разгрузками, это люди, которые там развозят чего-то и так далее. То есть разводить, заниматься вот починкой этих проблем некому. Плюс, например, вот сегодня я прочитал, что как независимые эти грузовики, водители грузовиков, которые готовы помогать разгружать эти контейнеры и стоят в очередях, их просто не пускают. Значит, причина это там то ли у них нет этой вакцины несчастной, то ли еще чего-то, просто не разрешают. Вот получилась плановая экономика за 8 месяцев, за 9 месяцев в Америке дошли уже до дефицита. Ну, я не говорю уже о безудержанном росте цен, мы уже дошли до дефицита. Дефицит, допустим, в Советском Союзе был дефицит, связан с тем, что предложение, то есть спрос опережал предложение. Вот здесь связан с тем, что, в принципе, все есть, но до магазинов оно дойти не может. Вот. И это не важно. Социализм, он проявляется в любом виде и в любом, как это, в любой ипостаси. Надо назвать. Это не важно, где поломается, где-нибудь да поломается. Вот. Вторая, самое интересное, что вот это вот как бы вот этим всем как логистикой всем, это занимается у нас кто? Господин Бутидич, ну хорошо, сейчас мы про него. Про него ты скажешь. Нет, скажешь. Где находится, ему 2 месяца, не могут дозвониться, то самое, его нету, ничего. Почему? Он ушел в декретный отпуск. Значит, то ли он, то ли его муж, кто-то из них родил, и они сидят сейчас 2 месяца с ребенком. Он просто, значит, пришел. Почему они не могли родить более старшего ребенка, с которым не надо 2 месяца сидеть, неизвестно. Значит, но он сидит просто с ребенком, он вообще этим не занимается. Миша, вот это... ты помнишь, что говорилось? Поручик Ржевский, пожалуйста, сбавьте обороты. А то, понимаешь ли, тут же будет обвинение в том, что мы каким-то образом критикуем его принадлежность к той Нет, самой... Мне абсолютно наплевать на его принадлежность. Я просто говорю, что он нашел время уйти в декретный отпуск. А что он не работает, это да. Но он, однако он поедет в Глазго, ты знаешь, да, на эту тусовку глобалистскую? Нет, понятно, кататься за государственный счет там неизвестно куда, это можно. А работать? Сидеть в Вашингтоне и заниматься делами, это... Ты сказал про дефицит, да, ну это мы про дефицит еще не забыли, мы знаем. Мы оттуда приехали, где мы знакомы с этим понятием. Вот сегодня наша подруга боевая и соведущая Лена Пригова как раз звонит с утра пораньше и говорит, а я не могла машину заправить. Так, вот, причем это в ваших краях, Нью-Йорк. Нечего в Нью-Йорке на машине ездить. Там нечего, да? Ну, понятно, идти на общественный транспорт. Ну, смотри, вот эта тенденция. С другой стороны, мы знаем, что в начале сентября вроде бы вот эта халява прекратилась. Не везде, далеко не везде. Не везде? Нет. Ну, расскажи везде. Тогда, я, может, не в курсе. Она в каких-то штатах еще осталась, в каких-то штатах они чуть-чуть сократили, не там... Платят там, не знаю, сколько там, $300 в неделю, платят, допустим, $300 в 2 недели. Ну, я условно говорю, я просто не знаю цифры. Я знаю, что еще где-то продолжают платить. В либеральных штатах продолжают. А где у нас большинство портов, не считая там Флориды, это у нас восточное побережье, где все, кроме Флориды, либерально. Вот, поэтому... Mm-hmm. Ну, в той или другой степени либерально, и особенно это Байон в Нью-Джерси, там что-то там в Массачусетсе, ну, очень большой это Байон в Нью-Джерси, но и в других местах тоже. И, естественно, во-первых, а во-вторых, там люди где-то просто сейчас, это же две вещи, это же сцепились две, вторая это что ты не можешь пойти на работу, если у тебя нет прививки. Раньше ходили в масках 1,5 года, год с чем-то, никого это не волновало. Ну, ходят в масках, и хорошо, значит, все привыкли уже, там, ну, дышат собственными этими выхлопными газами, грубо говоря, вот, и ладно. А теперь нужно же показывать, я вот был, кстати, в этом славном городе Нью-Йорке пару дней назад,
ну, на прошлой неделе, в прошлую среду, и зашел просто в даунтауне есть такая забегаловка еврейская, называется Нишнуш. Раньше бы я порекомендовал, теперь я не рекомендую, они что-то испортились после пандемии, стало невкусно. Это такая вегетарианская еврейская забегаловка. Там эти я не вегетарианец, но к ним люблю ходить. У них фалафели всякие, баба-гануш и так далее. Ну, все стандартные эти средиземноморские блюда. И я захожу, беру, причем это не то, что ресторан там какой-то или что-то, забегаловка, там как Макдональдс, там, например, вот, примерно с такими ценами. Я захожу, они из меня требуют прививку. Вот, покажи прививку, чтобы забрать на вынос там еду какую-то. У меня вообще не было, то есть я еле с большим трудом нашел, потом мне, кстати, порекомендовали приложение, которое теперь показывает там все, я не знаю, там в разных штатах по-разному, в Нью-Джерси это Docket есть на телефоне, ты заводишь там свои данные, они тебе сразу показывают. Так что благодаря этому я просветился немножко, но это вот какой-то просто такой беспредел, потому что зачем им, какая им разница? Я в маске, я готов даже был перчатки надеть, если нужно. Что им там? Ну, такой вот закон, вот этот вот клоун ушел, но дело его живет. Mm-hmm. Вот, поэтому... Может, противогазы пора начать носить с собой? Да, может, тогда это будет уже достаточно или нет? Не, все равно она будет прививку. Все равно. Знаешь, как вот с этими прививками, но они, конечно, ваша единственная надежда на то, что они доиграются. Вот. Потому что уже в городе Джексонвилл, в том же штате Флорида, весь Star Airlines просто там несколько дней назад не вышел на работу. Вот. Там 650 рейсов отменили. Они просто в знак протеста против того, что... естественно, все эти новые новости не освещали, потом сказали, что там были какие-то сбои и так далее. А они просто вышли, они отказались выходить на работу из-за того, что требует вот этот вот мандат. Причем это мандаты, самое интересное, вот это вот на вакцину, они еще никем не утверждены. А уже требуют и говорят, в аэропортах там требуют что-то еще, так везде там говорят, что это закон и так далее. Это еще не утверждено, это еще вот это есть такая ОША, организация называется, OSHA, которая занимается health, там что-то такое, safety, health, там что-то, administration, occupational safety and health administration, что-то такого плана. Ну, какая-то еще конторы, которые там, которые занимают полгода, чтобы это все утвердить. Поэтому то, что всем говорят вакцины, мандаты и так далее, это только пока были слова. Ну, слова эти, кстати, как мы помним, были сказаны для чего? Когда он это объявил, когда его в 5 часов вечера разбудили, потому что обычно он в 10 утра уже спать ложится, для того, чтобы отвлечь внимание народа от Афганистана. Пытались использовать трамповскую тактику, Трамп там твитами что-нибудь или еще что-то, они тут решили, значит, отклеиться. Но не очень получилось. Ну, вот у нас такие вот веселые дела. Веселые дела, но, Миш, подожди, прежде чем мы к другой теме перейдем, вот как ты смотришь на то, что доктор Фаучи, наш... Ну. Всенародно любимый, в кавычках, живее всех живых, как сидел этот, старичок Фунт при всех императорах там российских, так этот сидит при всех. Он же как у нас этот Анастас Иванович, как Микоян наш, от Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича, это тоже... То есть нормально, да, он... Да. Вот, и причем, они вот недавно очередная запись там вылезла, где они в октябре 2019 года, еще до начала, незадолго до начала ковида, официального начала ковида, скажем так, потому что вроде как он начался раньше, чем тогда, они обсуждали проблему того, что как плохо будет, если будет вот человек, ну, сделанный этими human-made virus, то есть вирус, выращенный там в лабораториях, вот. Что, ничего, сидит в своей маске, кто в маске, то без маски, как попал. Ему можно, да, он вне такого. Ну, хорошо, давай перейдем к следующей теме, которую ты приготовил. То, что у нас происходит, это очень печально, но тут у нас хотя бы есть какие-то надежды, благодаря, кстати, тому, что
борются все-таки за то, чтобы аудиты проводить, и какие-то результаты уже есть, и все. И есть надежда, что там в 2022 году хотя бы что-то хоть чуть-чуть поменяется. Вот. Мы переходим к государству, где коммунизм уже построен. Вот. Это Китай. Есть такое. Китай. Ну, Китай там уже построен? Кто? Это Си позвонил и сообщил об этом? Нет, у них коммунистическая партия во главе, и все. Они строительство продолжают, я так думал, ты говоришь, построят. Со строительством у них сейчас проблемы. Во-первых, это я хочу рассказать немножко про эту компанию Evergrande, и тут немножко есть такой твист такой, потому что этот Evergrande делал то же самое, что 20 лет назад делала компания у нас Enron. Вот. А кто тогда зарубил компанию Enron, ты помнишь? То есть не компанию Enron. Компанию Enron никто не зарубил, она сама развалилась. Anderson Consulting, который у них занимался аудитом, ты помнишь? Это наш любимый Энди Вайсман, главный питбуль товарища Мюллера. Поэтому Evergrande к этому главному питбулю никакого отношения не имеет, но занимались они ровно тем же самым. То есть Evergrande — это большая, огромная строительная компания в Китае. И она набрала долгов там на 300 миллиардов долларов. Вот. То, что у нас с гораздо меньшими долгами, это уже называлось в 2008 году too big to fail. Китай решил не говорить, что это too big to fail, пока что молчат. Они вот-вот должны объявить банкротство, все сейчас ждут, потому что если они объявят это банкротство, то рухнет все. В какой мере, насколько это будет, насколько это разойдется от Китая по всем странам, не знаю, но наверняка будет плохо. Вот, на фондовом рынке. А история была такая, как ты помнишь, и я надеюсь, как многие помнят, Enron занимался тем, что он создавал эти маленькие какие-то компании. Вот, или покупал маленькие компании. Вот, и он что делал? Он брал взаймы, допустим, 100 миллионов долларов у банка. Говорил, что у меня теперь денег увеличилось на 100 миллионов долларов. То есть я теперь стою на 100 миллионов долларов больше. Потом он эти 100 миллионов долларов одалживал, вкладывал в эту компанию, которую он покупал. И он говорил, что у меня теперь не 100 миллионов долларов, а 200. Потому что вот эти 100 миллионов, которые я получил, потом я еще дал этой компании, купил это вложение, 200 миллионов долларов. Вот. И они так росли, как мыльный пузырь. Потом, когда нужно было в очередной раз платить, поскольку они сейчас занимали огромное количество денег, когда надо было платить эти бонды, облигации, эти купоны, как они там называются, у них их вдруг денег не оказалось. Естественно, не оказалось, потому что ты покупаешь, ты занимаешь деньги, ты вкладываешь куда-то, эти компании тебе должны вроде как эти деньги возвращать. Ты купил 10 компаний, из них 5 оказались пшиком, естественно. Вот. На это не было рассчитано, когда они свои эти схемы рисовали, поэтому у них все развалилось. Вот. И они лопнули. То же самое получилось с компанией Evergrande. У них одна сторона – это строительство домов, а вторая сторона – это инвестирование. Они там наинвестировали на 300 миллиардов долларов, платить теперь нечем, потому что то, что они там наинвестировали, это оказалось тоже пшиком. Там гораздо интереснее на самом деле. Кроме этого, этот Evergrande, он занимался урбанизацией населения китайского. Он строил города, просто огромные небоскребы всякие, жилые дома высотные в городах, чтобы туда переезжали люди из деревень. Значит, почему им надо было, чтобы переезжали люди из деревень? Вот это вот то, что я узнал, мне, в общем, оказалось, что у меня картина мира, которая у меня была до недавнего времени, она вся перевернулась. Мы же помним прекрасно, одна семья, один ребенок. Вот. Значит, и почему мы думаем, что это было делано? Мы считали, что их сильно много, поэтому надо ограничить рождаемость. Оказалось, что коммунистический Китай не волнует, что их сильно много. Коммунистический Китай, у них там, в конце концов, там пол России сейчас свой, которую там они осваивают потихонечку. С Якутии там и вниз. Тут территорию. Территорию их не особо уже не волнует. А их волновало, они таким образом создавали самую большую в мире рабочую силу.
Потому что если у тебя в семье один ребенок, значит, у тебя и муж, и жена оба будут работать. Угу. Потому что как бы там полгода или сколько там посидят с ребенком, а потом могут идти работать. И вот они создавали эту огромную рабочую силу. Но поскольку эта политика сколько-то лет продолжалась, то сейчас у них провал. Провал в городах с рабочей силой. Вот. У них не хватает нового... Ну, воспроизводства не было же, вот это же было под запретом, и поэтому-то... У них огромное количество населения живет в деревнях, там, в селах, и они пытаются, вот с помощью, в том числе, компании Evergrande, заставить их переехать в города, чтобы они работали на производстве. А они не хотят. Наши интернеты там хорошо, сидят там свои там эти бамбук выращивают или что там, рис. Вот. Я не буду выращивать в Китае, поэтому, рис, допустим. Вот. Это я так никого не хочу обидеть, но я условный бамбук и условный рис. Вот. И они не хотят переезжать. И в Китае это же нормально, что вдруг там начинаются рушиться всякие дамбы, начинают рушиться всякие там, природные катаклизмы какие-то случаются в таких, в крупных этих поселках и так далее, чтобы народ переезжал. Народ не хочет переезжать по второй причине, потому что там, где понастроили эти дома, никто не хочет жить. Это вот как вот, если мы вспомним у нас, это вот в Лас-Вегасе понастроили кучу, когда был строительный бум, понастроили тучу там таунхаусов, они все пустуют. Как сейчас, может, сейчас не пустуют, но они долгое время пустовали, потому что там просто... что там... Миш, там жуткая экология, не забывай, когда вот то, что они вот делают вот в этих самих городах непосредственно. Это же никого не волнует особенно. Жутко. Это волнует, не волнует, но народ немножко тоже уже не столь дремучий, Они в деревнях достаточно дремучие были, достаточно долго. До поры до времени, пока... Как выяснилось, вот это вот одна семья, один ребенок, они могли это делать, контролировать в городах, они не могли это контролировать в деревнях, потому что у людей там даже там света не было. А еще с электричеством, вот эта проблема электричества. Там же та же история, куда мы движемся, уже началась вовсю, потому что дефицит там... электроэнергии и вообще носители все. Это электроэнергия, потому что они в какой-то момент отказались, обиделись там на Австралию, не знаю за что, отказались. Они отказались покупать их уголь. Вот, и теперь обратно они не могут, потому что у китайцев собственная гордость, как говорил еще товарищ Маяковский. Вот. И они, говоря про советские... Не-не-не, они себя вели так, что уже и Австралия подумает 100 раз, прежде чем с ними опять начинаться. Не важно, как они себя вели, если они платят деньги, Австралии все равно. Вот. Трудно. Если это частная компания продает, ей все равно, как мы знаем... Может быть, да. Google и Amazon, и там Apple, и все, и Facebook, они там, у них там свои фильтры специальные, которые там на территории Китая работают, свои фильтры, которые на территории России и так далее. Их совершенно не волнует. Их волнует только прибыль. Вот. Поэтому такой у нас... Все, я к чему сказал, это я много всякого разного рассказал. Если Evergrande, который вот-вот у них должен, им давали там 30 дней на то, чтобы как-то там набрать эти там сколько-то миллионов, которым надо было заплатить по долгам, если они не набирают, они объявляют банкротство и, в общем... Ты шутишь? Миллионов? Если они на 300 с лишним миллиардов? Нет, они должны были там 800 с чем-то миллионов заплатить. У них их не было. А Китай не хочет их спасать пока что. Понятно. Там нет Обамы, который спасает автопром. Мы помним. У них коммунистическое руководство, поэтому все равно. Но эти усваиваются. Все равно, видишь, какие они нехорошие. Обама хороший, он спас когда-то. Да? Да. General Motors, помнишь? Не только General Motors, City. Не только, но это особо известная история. При этом Ford спасать не надо было, Ford сам себя спас. Хорошо, у нас сейчас небольшой перерыв, и мы через несколько минут вернемся к вам. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским.
Возвращаемся в программу Игоря Цесарского. Напомню, в этом сегменте вы можете позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Ну а пока продолжим. Пока продолжим. Напомню, что со мной сегодня Михаил Герштейн из штата Нью-Джерси. Вот чем отличается... У нас уже есть звонок. А, уже есть звонок? Ну, давай примем. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно у вас спросить, как бы, я бы хотела уточнить, что решил наш Великий Конгресс насчет вот этих $600 транзакшн, потому что я слушала американскую станцию, и они там говорят еще хуже, то, что происходит, еще намного хуже, потому что это не, конкретно не $600 одна транзакшн, а если вы в течение там какого-то времени за год кому-то оплатили услуг или за товары на $600, то IRS имеет полный доступ к вашему аккаунту. То есть, если, допустим, у меня, ну, я плачу assessment $400, то через два месяца они уже могут контролировать мой аккаунт на свое усмотрение. Вот, и причем Пелоси сказала, что это должно там остаться без всяких вариантов в этом законе. Кто-то хотел там убрать что-то, но, в общем, короче говоря, что мы будем с этим делать, потому что мы получаем вообще, попадаем в рабство уже еще не при полном социализме, еще при частичном. Спасибо. Хорошо, спасибо. Миш, у тебя есть идеи на это? Ну, да, там, насчет этого я в особо сильно не беспокоился, потому что это делается, скажем, обычным гражданам беспокоиться не, ну, просто, тут просто работает закон больших чисел. Если будет 300 миллионов, которые там кому-то что-то заплатили больше $600, у РС не хватит сил. А делается это для того, чтобы можно было делать охоту на ведьм, там, на тех, на кого им надо, потому что, как мы знаем, как нам продемонстрировали, начиная с 15-го, с середины июня 2015 года, что если как был бы человек, а дело там, как говорил товарищ Берри, что был бы человек, а дело найдется, да? Или товарищ Сталин, кто-то там из них. Вот, то есть когда на Трампу стали искать там все, что только можно, потому что нарушив вообще понятие презумпции невиновности, нарушив все законы американской и английской юриспруденции, которые говорят, что пока обвинение нельзя придумывать, обвинение должно быть, то есть нужно сначала обвинить, а потом уже копать, а не наоборот. Они сначала копать, а потом обвинять, как они пытаются делать. Потому что если покопать любого из нас, найдется много чего, потому что, в принципе, ну, до там, недавнего времени, когда вы что-то покупали на интернете, это налогами не облагалось. И это было рассчитано на сознательную волю граждан, которые потом у себя в штате с того, что они купили, заплатят налоги. Естественно, граждан такой сознательной воли ни у кого не было, ну, большинства. Поэтому, как бы, если они захотят придраться, они придерутся ко всему. Переживать по этому поводу не надо, потому что, к счастью, у нас президент, хотя и в кавычках и так далее, Байден, поэтому при нем, как известно, как при любом обычном вашингтонском бюрократе, ничего не работает. Вот. Поэтому... Ну, послушай, я тут с тобой не соглашусь, потому что, с одной стороны, ты сказал, да, что кто у них на заметке, на крючке, они будут применять хоть кому. Хоть там дело идет, там, я не знаю, о каких-то смешных деньгах. Но дело вот в чем, что действительно, ведь количество внутренних террористов растет день ото дня. То есть все родители, которые не согласны, чтобы их детей учили в школах критической расовой теории, уже подпадают под это определение. Эти прививки заставляли делать, да. Ну, не важно. Прививки. Да, то есть уже мы знаем случаи арестов, даже детей, в общем... В общем, беспредел идет, поэтому это опять очередной инструмент, так же, как и, собственно говоря, и пандемия с этим всем. Не пандемия, а средства, ну,
средство борьбы с пандемией. Я сегодня, ну, кстати, естественно, не сама по себе. Прочитал, конечно. Сейчас, извиняюсь, что я смотрю в телефон, я сейчас просто хочу процитировать одно высказывание, очень хорошее, по поводу пандемии. Насчет, если я сейчас его найду быстренько, сейчас, еще одну секунду. Вообще, чтобы нас не ограничивали, извини, в эфире, надо говорить, наверное, не пандемия, а мама мия, чтобы не понимали, о чем мы. Вот. Цитата такая, ну, я перевожу так с лету, поэтому могу... Давай, ничего. Что, я не говорю, что они специально пытаются запретить, убить малый бизнес, разрушить средний класс, перевести... большинство богатства в корпорации, в крупнейшие, вот, и разделить нас с страхом и ненавистью. Но, говорит, если бы они хотели бы, говорит, мне трудно представить, если бы они действовали как-то иначе. Это кто сказал? Это сказал некий, я не знаю кто, это какой-то там Celtic Notorious у него, так, в Твиттере этот его хендл, вот, ну, какой-то там, то есть, ну, он, видимо, известный, потому что его процитировали, вот, а сказали очень хорошо, вот, а это вот то, что именно то, что ты говоришь, что как, то, что они делают, это просто идет разрушение свободного рынка, разрушение, в общем, всего, что было построено в Америке, и в угоду там, грубо говоря, Сергею Брину, Биллу Гейтсу, там Ларри Эллисону и там Цукербергу, еще короче. Но есть но. То, что ты рассказал до перерыва о китайской компании, у нас есть звонок, потом я тебя спрошу об этом. Не дождался. Добрый день, не дождался звонящего. Перезвоните, пожалуйста. Перезвоните. Хорошо. То есть, если пока человек набирать будет, я тебя спрошу все-таки. А насчет Китая, а как будет, если у них такой будет, в общем-то, такая ситуация, что же потом к нам это же вернется каким-то образом? Ну, оно не потом вернется, оно сразу вернется, потому что... Они же могут от наших бумаг начать избавляться. Нет, ну это они пусть избавляются, это не важно. Значит, ты не забывай все-таки, что Уолл-стрит и Мейн-стрит до этой пандемии, или как ты хочешь ее назвать? Мама-мия. Да, мама ми, вот, это были две разные ипостаси. Теперь они практически слились из-за большой любви Уолл-стрита и Силиконовой долины к деньгам и ненависти к простым гражданам, которые, ну, собственно, благодаря которым они все это существуют. То поэтому сейчас трудно сказать, потому что если в 2008 году мы посмотрим кризис, который был. Он был тяжелый, но он был довольно быстро прошел, потому что все-таки, то есть Уолл-стрит трясло еще там года два или три, а все остальное достаточно быстро стало восстанавливаться. И когда в прошлом году, уже летом, когда было понятно, что там коронавирус, ну, как бы он есть и есть, и ничего там с ним не делаешь, вот, когда все потихонечку стало открываться, экономика, которую попытались, мировая, которую попытались просто опустить, ну, уничтожить, она достаточно быстро стала восстанавливаться. Потом они опомнились, поэтому пришел Байден, там еще там другие люди всякие, и это все стали опять забивать ногами. Но тут спасает, в некоторых штатах спасает сейчас 3 ноября, или какое там это число будет. Да, 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 понятно, это известное дело, найдут что-то. Так, у нас есть звонок, нет, добрый день. Выборы у нас губернатор в Нью-Джерси, ну, поэтому тогда он не вводил, когда надо было. Как ну, бы. Это тоже ясно. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Я хочу узнать ваше мнение по следующему вопросу. Я несколько дней назад получил письмо от губернатора, а в нем лежала петиция, заполнение которой как бы обращает внимание на протест против того, что в Конгрессе Соединенных Штатов очень много конгрессменов находятся там более 30 лет. Как бы протестная петиция подписана. Что вы думаете на этот счет, что это за петиция и нужно ли на нее реагировать? Спасибо, так, я послушаю. Интересно, да? Но я... Не, ну,
О таком не слышал. Петиция хорошая, и Трамп, когда ушел в президенты, говорил о term limits, и, конечно, то, что там люди сидят там по 40 лет, и из них так уже, в общем, они как это страшно далеки не от народа, как нас учил товарищ Ленин. Вот. И ничего, уже многие из них мало чего соображают, и их выбирают просто на автомате, потому что некоторые даже идут без конкуренции на своих, то есть без праймерис на своих участках, то есть у них есть конкуренция, у некоторых даже среди, да, скажем, демократов, среди республиканцев, может, они даже не выставляют кандидатуру, если, например, округ на там 80% из демократов, вроде республиканцы даже не занимаются тем, что пытаются там что-то им как-то противостоять, просто потому что бессмысленно, это просто пустая трата денег. Поэтому, например, там Пелоси или Максим Уотерс или там еще такие же эти люди, которым под 80 или за 80, которые там сидят уже со времен там Кеннеди или, по крайней мере, Никсона, вот, они проходят без всяких проблем, потому что у них нету, как это, не выбора, а просто назначение на следующий срок получается. Миша, единственное, я не очень, конечно, понял, человек говорит, что он получил от губернатора, но что-то большие сомнения, чтобы Прицкер рассылал подобное. Ну, это может человек из другого штата, может быть, поэтому губернатор есть не все, во-первых, ну, во-вторых, разве что, да. Во-вторых, как будто они хотят, то есть я только за, потому что почему президент может сидеть 8 лет, а эти все... Они не все за. Я тебе скажу, большая часть Америки за, потому что, в принципе, эта ситуация не устраивает не только правый лагерь, условно говоря, но и центристов, и независимых, и левых, кого угодно. И левых тоже, потому что, например, в тех округах, опять-таки, где сидят вот эти вот... Где засиделись, им кто-нибудь новый пытается, они говорят, нет, нам невыгодно устраивать праймерис, нам денег нет, на это мы не будем. Вот и все. Это Не столько денег, там же уже как бы все давно рассчитано, куплено и расписано, поэтому появление... Нет, но демократическое руководство демократической партии в этих округах, оно говорит, почему оно так говорит, это понятно, как ты говоришь, это все рассчитано, куплено и так далее, но у них там, что мы не будем, даже у нас типа хороший есть кандидат, вы все равно проиграете, нет смысла, это нам деньги нужны, да, в других округах, где там предстоит тяжелый борьба. Вот и все. На этом заканчивается, поэтому или выставляют там таких, которые там точно никому... Во-первых, во-вторых, в них очень часто просто народ не идет на праймерис. Там то, что вот тогда вылезло, это Окасио-Кортес, это был такой как бы исключительный случай, потому что там был человек, он был номер 4 в иерархии демократической партии, он проиграл, потому что он не думал, что она там, ну, какая-то барменша из какого-то там неизвестно откуда, может ему составить конкуренцию, а она воспользовалась тем, что на праймерис никто не ходит, походила там, сколько там фотографий этих своих истоптанных туфель размещала в Инстаграме. Вот. И народ пошел, то есть там пришло какое-то смешное количество человек, там типа пара тысяч человек. Там с Акасией они еще наплачутся, потому что там у Шумера тоже уже поджилки трясутся, она на его место явно метит. А почему она метит новое место? Потому что произошла же перепись, вот это результаты этого переписи населения. Нью-Йорк потерял одно или два места, и эти места, которые он потерял, как раз этот округ Кортес. То есть она, в принципе, если она не становится сенатором, то она теряет свое место в Конгрессе. Вот. Или ей там надо бежать в какой-то другой округ, совсем не обязательно, что там народ ее так сильно любит. Вот. Ну да, ну конечно, Конгресс теперь без этой Шурочки представить очень сложно, потому что уже все привыкли. Вообще новые лица Конгресса, это, конечно, то еще безобразие, но, в общем-то, что, они пришли после выборов, уж каких там мы можем догадываться, но они пришли, и ничего им не помешало даже переизбраться, даже тем, ну, кому там явно не место, скажем так. Окей, что у нас еще осталось?
ну, на нашей повестке? Ну, практически больше ничего вот так вот из этого, потому что с Китаем мы разобрались быстро. Так, будем мы разобрались, да. Не, ну будем наблюдать, но меня вот это вот поразило, то, что мы всегда думали, что это все думали, многие, я не знаю, все, но многие думали, что это было ограничение рождаемости, это оказалось совсем не то. Ну, видишь, не, ты знаешь, я тебе хочу одну вещь сказать, только ты не обижайся. Помнишь, как в фильме говорилось? Дело вот, что задним числом можно многие вещи переиначить, переговорить. Ну, это не в этом, может, случае, но в принципе. А знаешь, я о чем бы хотел еще? Вот в Глазго собирается вот эта тусовка. Мы как бы чуть-чуть об этом вроде бы разговор, ну, не успел зайти. Скажи, пожалуйста, вот те собравшиеся там деятели, они что-то всерьез могут нам еще чем-то нагадить, навредить, сверх того, что уже случилось? Ну, всегда можно, понимаешь? Гайки, как известно, можно закручивать до тех пор, пока не взорвется труба. Вот, поэтому, как мы видим, уже кое-где начинает взрываться, когда вот эти вот демонстрации даже в Нью-Йорке там против этих мандатов вакцины, против еще чего-то, они будут думать, как бы так закрутить, чтобы так ее с одной стороны чуть-чуть расслабить, а с другой стороны все равно закрутить. Вот, поэтому мне интересно другое. Мне интересно, сколько из них будет сидеть в масках и сколько из них вакцинировано. Вот это мне интересно. Мне интересно, что они там решат, потому что ничего хорошего они, как мы знаем, с момента создания не решили. Потому что любые идеи управления, вот это глобальное управление, они это просто как это, социализм или коммунизм на мировой шкале. Это смотреть это всерьез, как какие-то, что благо всего человечества. Эти сказки, мы же приехали в Советский Союз, нас эти сказки совершенно не волнуют. Ну, многих из нас, к сожалению, не всех. Потому что меня до сих пор удивляет, то есть у меня есть несколько знакомых, которые утверждают, что Байден молодец, и мы ничего не понимаем. Вот. И что как... нормально, имеют право. Ну, Миша, любовь зла, полюбишь и козла, ну что это, известное дело. Понимаешь, в чем проблема? Дело в том, что консерваторы вот и левые либералы, они сильно разнятся вообще в том отношении к тем или иным лидерам, людям. Вот и, насколько я вижу, консерваторы могут спокойно воспринимать тех или иных и особенно не пытаться обратить тебя в свою веру, да? То есть они излагают факты какие-то, комментируют их. И на этом делу конец. А вот эти друзья наверняка тебе говорят, что ты слепой, что ты ни черта не видишь, ты не понимаешь, человек таких достоинств, а ты вот его критикуешь и так далее. То есть пока он будет сидеть, они будут утверждать, что он лучший. Допустим, сменит его вот это его второе лицо, о котором вообще говорить даже не сильно хочется, потому что кроме крепких выражений она ничего не заслуживает. И они о ней будут говорить, что она чудесная, великолепная, вот в силу своих... Тут ты как раз не прав, потому что вот у меня один мой приятель, который долгое время был республиканцем, теперь он себя называет демократом. Ой, такое тоже бывает? Бывает, кстати. Но называет он себя демократом исключительно потому, что когда в 2012 году республиканцев на праймерис победил Ромни, вот... Они все вот эти вот ток-радиусы, все до того, как он победил, они поливали его грязью, а когда он победил, стали тоже петь ему дифирамбы. Поэтому тут в информационном плане как бы они все друг друга стоят, конечно. Другое дело аргументационном, если так выразить, потому что это, скажем так, республиканцы, как многие, гораздо более образованы в плане того, что же говорит другая сторона. Образованы они, скажем, можно сказать, не по собственной воле, просто потому что что не включишь, тебе только и говорят другую сторону. Но когда мне демократы с серьезным выражением лица рассказывают о том, что 6 месяца, не будем говорить какого, было вооруженное восстание, вот, просто я спрашиваю, собственно, а
оружие в этом вооруженном восстании вообще было? То есть как можно говорить о вооруженном восстании, если у вас, если те, кто тогда пришел, они были без оружия? Чего там вооруженного? Как? Они же там 200 человек ворвались. Я говорю, их же не ворвались, во-первых, пустили, во-вторых, что там, человек пришел в этом, с этими с рогами и на селфи. Это вот... Нет, Миша, это было нападение на демократию, это было хуже 9-11, то есть это вообще просто... Это слово, которое они используют, это переводится как вооруженное восстание. Послушай, вот в том-то и дело. В чем проблема, что люди не хотят взглянуть на вещи ровно так, как они выглядят. Когда они рассматривали Трампа со всех сторон, да, они находили столько всевозможных эпитетов. Они могли его 24 часа в сутки ругать за любое, вплоть до прически. Но да. Когда выходит вот этот старец, который действительно кому-то Брежнева, кому-то Черненко напоминает, я имею в виду из наших, да, вот, иммигрантов. Они абсолютно не видят вообще его даже деменционного такого момента в нем. То есть они не хотят видеть ничего. Почему? Потому что все равно они говорят, это лучше, чем ваш Трамп. Да. Все, точка. И мы не обсуждаем. Хорошо, но в отличие от этой категории граждан, мы Трампу, отдавая должное за то, что он делает, могли и критиковать, когда нам не нравилось, что он делает, или как он себя ведет и так далее. Мы в первую очередь приняли его адженду, его повестку дня, которую он предложил обществу. В данном случае то, что предложил Байден, а точнее за ним стоящие, как это можно одобрять? Как можно одобрять вот этот весь бардак на границе, ну и все остальное, о чем мы сегодня в частности говорим? Как уже понимаешь, бардак на границе на фоне этой безумной какой-то инфляции, которую здесь никто никогда такую не видел даже, и на фоне того, что вот сейчас тотального начинается, еще не начался, но начинается этот дефицит, причем спровоцированный ими же самими, это же не то, что как бы это по каким-то объективным причинам, а чисто по административным. Вот. Это, я думаю, не понравится достаточно многим, к тому же это не понравится даже тем, кто счастливо получал эти там 300 или там сколько, $600, пособий, потому что они пойдут в магазин что-то покупать к Рождеству, обнаружат, что они за там $1000 теперь смогут только выпить чашечку кофе в Starbucks. Ну, ты уже хватил. Нет, ну а что хватил? $1000 это мы тогда по пути Зимбабве понесемся. Ну куда? Ну да, нет. А там этот же путь, когда он разгоняется, он уже его уже не остановит. А, тогда да. Да, ну, если бы ты был экономистом, я бы тебя спросил, твои рекомендации, господин Гештейн. Я не занимаюсь этими, как называется, азартными играми, я не занимаюсь. Тут кто-то сказал как раз по этому поводу, я думаю, что это как раз хорошо будет к завершению нашего разговора. Кто-то сказал, что где все вот эти вот ясновидящие, почему все эти ясновидящие, которые себя рекламируют, не купили в 2013 году биткоины? Вот. Да, и это, в частности, можно сослаться на Глен Бека, который предлагает тоже не держать деньги, покупать там машины и прочее. Ну, вроде того, что машину у вас никто не отберет. Хотя, если придет... Не купишь. Да, ну еще где-то что-то можно. Хорошо, у нас так время быстро-быстро, подошло к концу. Еще раз напомню, смотрите наш ТВ-клуб «Континент», встречи с очень интересными людьми. И не забывайте заходить и ставить лайки, перепосты и, в общем, помогать нам, чем вы можете помочь. До новых встреч, хорошего вам настроения и погоды. Всего доброго.